Здравствуйте, сегодня я покажу безумно интересный эксперимент. Для этого нам понадобится апельсин и подсолнечное масло. Предположим, вы хотите сделать романтический ужин, но вы не хотите использовать обычные свечи, вы хотите сделать собственную свечу. Как я расскажу, как можно сделать свечу из апельсина с ароматом подсолнечного масла. Для начала разрежем апельсин по экватору. Надо разрезать аккуратно корочку, чтобы не задеть внутренность апельсина. Теперь аккуратно снимем шкурку, не повредив ее. Я верхнюю сниму, повредив, а нижнюю оставлю, не повредив. Главное доставить вот этот стержень. Он у нас будет в качестве фитиля. Теперь в апельсин необходимо залить ароматическое подсолнечное масло. Надо обрез. Теперь поджигаем. Будьте готовы к тому, что фитиль наш загорится не сразу. Все, свечка горит. Очень приятно пахнет подсолнечным маслом. Самое главное, что такая свечка будет гореть очень долго. До тех пор, пока не сгорит все масло. Сегодня мы сделали ароматическую свечу, которая безумно вкусно пахнет подсолнечным маслом. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Всем пока!